5% на мясопродукты и до 20% на ряд других товаров. Такую скидку смогут получить пенсионеры округа старше 65 лет в рамках пилотного проекта «Социальный магазин». Конкретизировать механизмы реализации данного проекта и разработать методы для его скорейшей реализации совместно решили руководство предприятия «Мясопродукты», Департамента природных ресурсов и ЭПК Ненецкого округа с представителями Регионального союза пенсионеров. По мнению руководства предприятия, в перечень льготных товаров должны входить вареная колбаса, фарш и котлеты со скидкой 5%, а также крупа, мука, масло и ряд других товаров со скидкой 20%. Этот набор продуктов пенсионеры смогут приобретать дважды в месяц и в ближайшем удобном для них магазине. Скидки будут действовать во всех магазинах. Единственное, те, кому будут выдаваться эти скидки, они будут привязаны к конкретным магазинам, то есть заранее они будут определять, какой они обычно ходят, и там и будут получать скидку. Покупать продукты в рамках социального проекта пенсионеры смогут по специальной именной социальной карте. В ходе обсуждения представители Союза пенсионеров предложили расширить перечень мясных продуктов и сделать процесс получения этой карты максимально комфортным для пенсионеров. Я соберу буквально на этой неделе, в конце недели, руководителей клубов общения. Мы с Вячеславом Кузьмичем обговорим у нас, чтобы не пересекались лесозавод, рыба, комбинат, чисто ваши. Да? А есть у нас, вот у меня большинство клубов, которые сбор со всех. Угу. Я, значит, они, конечно, всех, может быть, и не вместят, но мы раздаем им, собираем заявления, стараемся сделать ксерокопии и список обязательно. Для получения льготной карты необходимо будет предоставить заполненное заявление и ксерокопию паспорта. Прием заявлений начнется в ближайшее время после окончательного утверждения перечня льготных товаров и места приема документов.